Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Всем здравствуйте! Выполним задание номер 49. Замените два действия одним по рисунку 32. Мы видим изображены схемы. Нужно определить изменение величины. Во сколько раз уменьшается или увеличивается? Итак, под буквой А сначала умножили на 2, затем умножили на 3. То есть получается всего умножили на 6. Умножаем на 6. Б. Делим на 10, умножаем на 2. Получается, что нужно поделить всего на 5. В. Умножаем на 2 и делим на 10. Здесь тоже происходит уменьшение в 5 раз. То есть делим на 5. Г. Делим на 2 и делим на 3. Получается, что всего делим на 6. Уменьшается в 6 раз. Д. Умножаем на 15, а затем делим на 5. То есть получается, что всего увеличение произошло в 3 раза. То есть умножаем на 3. И под буквой Е так. Делим на 5, а затем умножаем на 15. Тоже происходит увеличение всего в 3 раза. То есть умножаем на 3. Задание выполнили. Если вы хотите найти больше видео по другим предметам, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы в социальных сетях. Желаю удачи!